Однажды ты поймешь, что вот она, твоя жизнь, такая наполненная, такая цельная, да боль твоя. Ощущая снежинки на своем лице, ты осознаешь, насколько ты счастлив и как много ты пропустил, растворяясь в чужих жизнях. Ты начинаешь знакомство с самим собой. Тебя больше не волнуют окружающие, тебе просто не до них. Современный мир оторвал нас от самих себя. Мы забыли о том, что важно для нас. Остановись. Закрой глаза. Подумай, что хочется именно тебе. Просто прогуляться, не думая ни о чем. Или насладиться тишиной и собственными мыслями. Все, что для тебя имеет значение в данный момент, это ты сам. Твои чувства, твои мысли, твои ощущения. Тебя перестают вдохновлять другие люди. Твой внутренний взор направлен внутрь тебя самого. В первый раз тебе будет страшно. Страшно от осознавания того, насколько ты велик. И насколько важно то, что ты можешь дать другому человеку. Но может случиться так, что ты один на один встретишься с пустотой. Тебе может показаться, что внутри тебя ничего нет. Но, как сказал французский философ Жан-Поль Сартр, у каждого человека в душе дыра, размером с Бога, и каждый заполняет ее как может. Заполни ее собой.